День космонавтики отметили в Химках. Для городского округа этот праздник особенный. НПО имени Лавочкина, МКБ «Факел» и НПО «Энергомаш» – химкинские предприятия космической отрасли, известные во всем мире. Поздравил коллектив и отметил лучших сотрудников НПО имени Лавочкина глава городского округа Дмитрий Волошин. Городской округ Химки гордится, что такое уникальное современное передовое предприятие космической промышленности НПО имени Лавочкина работает на нашей территории. Благодаря вашей работе и научной деятельности вас знают не только в нашей стране, но и во всем мире. Ваш каждодневный труд, направленный на создание высокотехнологичной, конкурентно способной и качественной продукции, заслуживает особого глубокого уважения и благодарности. Десятки сотрудников предприятия получили цветы и благодарственные письма. К празднику присоединились и химкинские артисты. Также заслуги работников отметили депутаты и администрация города.